Здравствуйте, мои дорогие! И сегодня я хочу рассказать вам, как сделать мгновенный объем на волосах без начеса, без каких-либо усилий, с помощью такого вот чудо-порошка от Schwarzkopf Got to Be. Давайте я покажу, как он работает. Совершенно уникальная вещь, на самом деле. Немножко от него, если волосы потом после использования его запустить в корни волос в руку, немножко не очень приятное ощущение, но тем не менее оно безумно круто фиксирует прическу. В какой стороне мне нужен начес, там я его и использую. Ну давайте, например, сделаем с пробором посередине прическу и используем этот порошок. Абсолютно у меня на волосах начеса нет, видите, какие они гладкие. Я беру прядки и так же, как и для начеса, разделяю их. Затем я беру порошок и просто сыплю его на корни. Вот видите, наверное, что он посыпался. Дальше беру следующую прядку и опять сыплю. Он совершенно прозрачный будет, он на волосах не виден, несмотря на то, что он белого цвета, он не виден. Не волнуйтесь, что, например, на темных волосах он будет виден. Нет, не будет. Ну и дальше по пробору, там, где мне нужен еще один объем. Я беру расческу Tangle Teaser, но подойдет в принципе любая массажка, и начинаю просто взбивать этот порошок в волосах. Ну вот видите, как насколько быстро, вот все, вот он объем уже есть. Я думаю, вы видите, как быстро у нас сделался объем, совершенно невероятный. Если вам не хватает такого объема, вы можете чуть-чуть начесать. Начес будет вообще убойно держаться. Это касательно, например, каких-то праздников, новогодней ночи, потому что там прическа, не особенно следишь за прической, чтобы она всегда оставалась в том зафиксированном состоянии, в котором нужно. Не всегда с этим справляется лак. Вот эта штучка обязательно с этим справится. И знаете, это очень хороший выход для людей, которые носят шапки. Я ношу шапку всегда. Причем шапки у меня разные, которые бывают свободные, бывают, которые облепляют голову, скажем так, и прическа просто под ними теряет свою форму. И если вы снимаете шапку, обычно это получается, ну, такая прилизанные волосы, несмотря на то, что там, может быть, какая-то была укладка. Перед тем, как надеть шапку, перед тем, как начать делать укладку, воспользуйтесь этим порошком. Шапка примнет ваши волосы, но когда вы ее снимете, вы просто легонечко вот так вот за корни поддерните, скажем так, волосы, и у вас все придет на место, как было до того, как вы надели шапку. Это прекрасное вообще средство, прекрасный вариант для зимы как раз-таки. Я не говорю уже о праздниках, где постоянно нужно, чтобы, ну, прическа была зафиксирована. Можно чуть-чуть начесать. Если делать начес, совершенно чуть-чуть, только чтобы еще больше объем был, совершенно чуть-чуть, немножечко, потому что довольно-таки средство сильное, и начес для него не особо нужен, но если люди обладатели таких же волос, как у меня, то есть, ну вот, посмотрите. Буквально я 3 секунды прошлась чуть-чуть совершенно этим порошочком, совсем чуть-чуть прошлась щеткой, и у меня уже мгновенно стал прекрасный объем. Думаю, все. Я думаю, вы видите просто безумный объем. Когда я первый раз попробовала его, действительно был шок, так же, как и написано, вот порошок, от слова шок, можно сказать, был действительно шок. Очень отличное средство, всем рекомендую, есть аналоги, посмотрите, какой вам больше понравился, но в качестве эксперимента я советую вам купить вот такой, попробовать, потому что я думаю, для всех типов волос он абсолютно идентично круто подойдет.
Вот, всем удачных новогодних праздников, несбиваемой шапкой прически. И всем спасибо за внимание, оставляйте комментарии, подписывайтесь и пока-пока.